Всех приветствую, всем приятного просмотра и давайте продолжать. Так, в прошлой серии у меня игра вылетела, так что пришлось мне заново это все обустраивать, достраивать. Так что все, я с этим всем разобрался, так что надеюсь, в этой серии не будет вот таких вот неприятных, как говорится, нюансов. Так, что у нас дальше есть? У нас библиотека, кирпичный завод и металлургия. Давай, наверное, построим кирпичный завод, посмотрим, как он будет выглядеть. 640, ага. Каким он размером вообще? Ну, в принципе, нормальный. Я не знаю, ага, он влияет на настроение наших жителей. Могу ли я кирпичный завод построить где-то так, чтобы он никому не мешал? Давай, наверное, вот сюда. Во-первых, здесь глина рядышком, а во-вторых, ну, почему бы и нет, правильно? Так, есть, отлично, это мы сделали. Что я хочу дальше? Я хочу посмотреть. Дон Дистала библиотека. Вот у нас будет с вами библиотека. Купить. Ага, плюс дает, да? Не знаю даже, куда библиотеку. Возможно, может куда-то... Возможно, куда-то вот сюда, как думаете? Надо сделать как-то так, чтобы у нас дома потом сюда влезли. Да, давай, наверное, сюда библиотеку. Грунтовая дорога. Проводим, отлично. И что у нас осталось? У нас осталась металлургия. Есть, отлично. Закрыть. Закрыть, купить. Завод, который будет производить... А что ты будешь производить? Нужно будет потом посмотреть, что он будет производить. Так, что я хотел? Наверное, давай тебя вот сюда установим, да? И нужно будет как-то с вами... Так, вы собрали максимум количества. Ага, больше не показывать. Плантация какао вроде производится. А вроде не производится. Блин, а где? Помните, у нас здесь должна была быть... Покупка карт. Покупка карт, покупка карт. Ага, ладно, это нам, значит, пока месть не нужно. Да, отлично. Здесь у нас улучшается, улучшается. Здесь нам не нужен, да, камушек. Ага, вот сюда можно. Ага, все, камушка больше нету, хорошо. Если не ошибаюсь, где у меня производство камня? Нет, это уголь у нас добывается. А где я камень добываю? Кто мне подскажет? Где-то я должен камень добывать? А где только? Так, ну это железный рудник. Угу, это у нас инструменты. А произвожу ли я камень? Если да, то... Где именно? Ну... Откуда-то ж у меня камень появляется, правильно же? Камень, цены на рынке, закрыть. А, вот у меня камень где, хорошо. Так, улучшенная смена, давай. Нужно 44 камушка. 44 камушка, хорошо. Давай купим камень. Где-то наш камушек. И улучшим немножко камень. Давай, наверное, закупим вот так. На 80 торговля есть. Отлично. Так, смена улучшенная есть. И опять же, камень как-то поступает очень долго к нам. Не знаю, может еще одну шахту поставить по добыче, как думаете? Так, пропустить... Плавильный завод бесплатно. Железный нет. Вроде нам не надо. Блин, а где камень наш? Дон Дистала библиотека, да-да-да. Наконец-то у нас с вами появилась библиотека. Плавильный завод. Пропустить. Угольная. Угольная. Склад хранения. Склад хранения я... Поставил, я не вижу. Я наш.
Завод по добыче камня. Блин, что нету? Железные руки. Ну ладно, значит нету. Так, что у нас здесь? Чего не хватает? А, вот где у нас весь камень, да? Куда у нас весь камень ушел? Понял, хорошо. Пусть тогда строится. Здесь камень еще нужен. Окей, может закупим еще камушка? Где ты? Так, железо, железо. Это мне не надо. Сено, рыба. А, сейчас, погоди, нужна ли вам рыба? В роскоши. По-моему, нет, да? По-моему, нет. Так, что по поводу лесника? Дерево. У нас 3000 дерева с вами. Ну, должно хватить. Не знаю, почему они себе не приносят дерево. Ага, вот, приносят. Хорошо. Так, что здесь у нас? Производит кирпич. Есть. Кирпич пошел. Используется уголь. Ага. Сейчас посмотрим как раз, что у нас производится на плавильном заводе. Как какао выращивать? А почему я не могу выращивать какао, как вы думаете? Пчеловод есть. Водочный завод, рынок, торговая компания, охрана границ. Угу, портной. Нет, это пока мне не надо. Давай здесь посмотрим. Стой. Перейдите в следующий уровень, хорошо. Так, торговые отношения. Есть. Технология отопления. Кустарник. Во, комбо зданий. Собор. Так, кустарник. Строительство империи. Рыцарь. Так, кустарник. Что за кустарник? Показать древо технологии. Закрыть, закрыть, закрыть. Мы с вами потратились. Хорошо. Закрыть. Где у нас кустарники с вами? Ага, кустарник появился. И что мы можем с вами делать? А, это просто таким вот образом. То есть оно ничего не дает, да, нам? Ну, ладушки пусть будет. Так, что здесь? Что нам нужно? Железная руда, уголь. У нас пока нет железной руды, да, наверное, нету. Да, железной руды нету. И я не знаю, почему я не могу какаошку производить. Плантация какаошки. Может из-за того, что... А ну погоди. Лекарство, пшеница, капуста, картофель. Так, 3 мигранта хотят. Повышение. Закрыть. Давай карту сюда. А давай посмотрим, если я сейчас здесь установлю ферму. Ага, во. Теперь я понял, почему я не мог выращивать какаушку. Значит, тогда знаешь, что нужно сделать? Снести вот это вот здание. Взять вот сюда, вот таким вот образом. И выращивать с вами какаушку, да? Вот таким вот образом, я думаю, да. А теперь ферма какаушкина с вами будет. Есть... Давай, наверное, сделаем вот так полностью. Ферма какаушки. Ферма какаушки и... Наверное... Или хватит. Или хватит, а дальше здесь просто строительство у нас пойдет. То есть, я думаю, вот здесь можно будет строительство, да? А здесь пусть у нас какаошку и выращивает. Так, ну может тогда нужно сюда куда-то поставить амбар, как вы думаете? Так, давайте скопируем, берем амбар и переносим его поближе вот сюда.
Либо с этой стороны установить и провести дорогу просто. Не знаю. Давай, наверное, делаем амбар сюда. Берем дорогу. Проводим. А сюда мы добавим еще ферму с пшеницей. О, есть. Отлично, отлично, отлично. Пекарно. Пусть выращивают. Правильно? Вы же будете тут какаошку выращивать? Не, будете. Все, какаошка. И какаошка. Все, шикарно. Здесь у нас картофель, пшеница. Отлично, отлично, отлично. Какао, какао, какао. Да, пусть производит какао. Дальше, что я хотел посмотреть? Я хотел посмотреть, где у нас камень с вами добывается. Плавильня, плавильня. Карьер. Ага, вот камень есть. Шикарно. Развернуть. И не могу, потому что что-то мешает, да, нам. Ага, вот ничего не мешает. Сюда еще камень с вами пусть добывает. Так, улучшить. Хорошо, улучшить есть. Улучшение пошло. Давай дома тоже немножечко улучшим. И камин. Ну пусть у тебя камин тоже будет. Все, есть, отлично. Давай спустимся, посмотрим, что у нас здесь. Керамика, керамика. Здесь у нас все производится. По-моему, я здесь все улучшал, да? Да, здесь у меня все улучшено. Отлично. Значит, можно смотреть с вами дальше. У меня нету здесь штуки, которую... Помните, у меня было в прошлой серии, я мог покупать себе карты. Я не могу понять, почему я не могу на данный момент сейчас купить себе карты. Мебель, керамика, металлургия. Но здесь все мы изучили. Давай дальше смотреть, что мы будем с вами здесь делать. Пчеловод. Водочный завод. Давай, наверное, пчеловодом посмотрим, как он выглядит у нас. Купить. Эффективность 3. Эффективность 92. Ага, то есть тебе нужно будет деревья, да? Нужна будет куча деревьев. Значит, у нас здесь будут с вами пчеловоды, я так понимаю. Так, эффективность 150. Я могу купить этот участок? Да, могу. Отлично. Давай тебя закинем карту вот сюда. Давай закинем сюда, и, возможно, мы построим с тобой мост. Каким-то таким чудесным образом, да? Вот сюда вот. И, может, здесь у нас пчелки будут с вами? Как думаете? Все, дорога пошла? Да, дорога пошла. И отсюда. Давай, наверное, тоже сюда вот так вот проведем дорогу. И здесь где-то пчелок наших с вами... Чтобы эффективнее это было, все. Вот тут установим. Как думаете? Я думаю, будет шикарно. Так, здание находится слишком далеко от домов. Постройте новый дом поблизости. Ага. Дом, дом, дом. Дом у дороги. Так, а если я дом построю где-то рядышком вот тут вот? Нормально же будет? Да, он строит. Надеюсь, что нашему дому не нужно будет ничего такого. Так, давай вот сюда. И давай сейчас подождем, пока миссия нам построится. Сейчас дождемся, пока миссия не достроит
пчеловоды нашу ферму. Так, я насколько знаю, здесь нам нужно будет хранилище сделать. А из-за чего я знаю? Из-за того, что у меня игра опять вылетела. Не знаю, наверное, будет последняя серия, ребят, третья и финальная, потому что игра у меня постоянно вылетает. И постоянно сохраняться меня тоже как-то не прикалывает. Вечно это делать и перезаписывать. Так что давайте продолжим. Давайте здесь рынок сделаем с вами. Купить рынок. Установим, наверное, вот сюда вот рынок с вами. Так что как-то так. Я реально, как говорится, очень сильно расстроен из-за того, что игрушка мне реально понравилась. Но из-за того, что она постоянно вылетает, ну, не прикольно так играть. Так что давайте запишем финальную серию. По максимуму посмотрим, что мы здесь можем с вами открыть. Как это все будет работать. И пойду попробую, найду еще какую-то игру-стратегию. Так, что я хотел? Я хотел посмотреть, копировать. Вот сюда. Наверное, куда-то сюда можно, да, будет? Так, что у нас по поводу рынка? А давай мы... дом сюда установим, еще домик. Потом берем таверну. Скопировать. И... да, давай, наверное, сюда таверну. Есть, отлично. Дальше обычные дома. Еще я хотел, знаете, что снести, получается. Нет, снести. Вот эти вот фермы. И поставить чисто одну капусточку, чтобы у нас тут выращивали. Так, ферма. И пусть будет у нас одна чисто капуста. Капуста, хорошо. Так, вы собрали, больше не показывать. Хорошо, это мне пока мне больше не надо. Закрыть, есть. Домики. Так, перевернуть. Дом, давай вот сюда. Есть, пока мне строить не буду, мало ли, может еще что-то пригодится. Так что мы можем улучшить. Все, мы с вами улучшили. Отлично. Здесь чего-то не хватает, да? Людей не хватает, вот, хватает. Продуктивности, 20% продуктивности. Переносим книгу вот сюда. И давай смотреть, что мы можем еще с вами. Древотехнологии, выпечка. Водочный завод. Охрана границ. Быстрое строительство. Вот. Выплавка золота нет. Портной. Хорошо. Давай попробуем портного. С вами шерсть у нас вроде есть, да? Купить. Портной. Ага. Куда мы портного с вами отправим, как думаете? Чтобы он никому не мешал. И было все продуктивно. Может, сюда куда-нибудь портного? Да, давай принять, подтвердить. Так, закрыть. Затраты, хорошо. Давай на затраты потратим. Что здесь у тебя? Людей не хватает, да? Вот, все, теперь хватает. Здесь тебе хватает. Вроде же везде всего хватает людей, да? А, вот тут не хватает. Есть. Все, звездочки поставили. Здесь тоже есть. Здесь тоже. Хорошо. Отлично. Может, сейчас посмотрим какую-то карту с вами купим, как думаете? Либо пока мы с ним будем. Так, что ты? Затраты на строительство. Ага, слитки. У нас слитки производятся, да? Да, 14 штучек есть. Отлично. Сейчас будет портной, а значит, мы сможем обеспечить нашим жителям одежду. Если я не ошибаюсь, из шерсти она у нас будет делаться, да? Давай, пока здесь оно делается, мы с тобой посмотрим один наш домик для карт. Домик для карт. Так, улучшить. Отлично, закрыть. Карты. Карты у нас будет с вами... давай, наверное, вот здесь. Может, сейчас купим какие-то карты с вами. И вот мы можем тренировать с вами воинов. Можем лучников тренировать за 1200. Ну, пока мы, наверное, этого делать не будем.
Давай, наверное, в торговлю. Что я хотел? Я хотел продать шерсти, да, немножко? Да, у нас 2000 есть. Давай продадим. 360. Все, хорошо, подтвердить. Кирпича у нас много. Значит, можем с вами улучшить, да, немножко? Да, можем с вами улучшить. Плюс камушек есть. Все, пока мы ничего трогать не будем. Карты, давай посмотрим по поводу карт. Да твою ж медь, оно опять вылетело. У меня очередной раз вылетело, ага, но вы сами видели, так что... Да, ребят, это будет последняя серия. Я бы с радостью продолжал бы, но... Это реально нереально. Так, магазин карт, пусть тут будет. Давай купим с вами... Что я хотел тогда? Рынок купить, да. Портной купить. Есть, отлично. Купить, купить. Рынок мы с вами устанавливаем вот сюда. Ставим сюда домики. Домики, домики. Потом копируем, по-моему, таверну сюда я хотел поставить. Да, отлично. И сюда пару домов. Так, есть. Есть, не знаю, если сейчас опять вылетит, будет очень печально. Это плюс-минус помню то, что я делал. И куда я это все ставил. Так, хорошо. Дом, отлично. Так, портной у нас с вами был вот тут вот. Плюс я перед этим продал шерсть, если не ошибаюсь. Да, 360 перед тем, как вылетел, я продал шерсть. Есть, хорошо. Давай дальше смотреть. Торговая компания. Давай эту торговую компанию построим. Исследование завершено. Закрыть. Купить. Торговая компания. Что ты даешь? Давай, наверное, тебя сюда установим. Посмотрим, что ты из себя представляешь. Дальше идет охрана границ. Водочный завод. Давай водочный завод с вами построим. Купить. Отлично. Водочный завод у нас с вами будет, наверное... Наверное, где-то... Может... Не, давай не сюда. Давай тут, где у нас портной с тобой был. Вот сюда, водочная. Дальше, международные отношения. Открывай доступ к дипломатии. Торговые сделки, взаимодействие с малыми городами. Шикарно. Давай смотреть. Посольство. Угу. Теперь у нас с вами есть посольство. Прикольно. Должно быть построено в городе другого игрока. Ага. То есть мы сейчас с вами отправимся в город другого игрока. Правильно я понимаю? А где ты? Вот ты где. Смотри. А вот это вот интересно. А тут это вот интересно. Где у тебя центр? Вот у тебя центр, да? Давай, наверное, вот тут мы тебя построим. Стоимость постройки 6 тысяч. Требуется 6000. Ага. Хочу. Давай, наверное, сейчас продадим с вами все. Что там у нас ненужное? Где наш домик? Вот наш домик, да? Посмотрим за 6000, что мы сможем с вами. Блин, 300 секунд. Ладно, посольство мы с вами сделаем. Дальше, что у нас тут идет? Выпечка. Охрана границ. Давай охрану границ посмотрим. Так, форт. Какой огромный форт. Форт, наверное, мы поставим с вами вот сюда. Правильно? Да, есть. Улучшить. Угу, то есть ты защищаешь, правильно я понимаю, все наши постройки? Хорошо. А мы можем ставить с тобой? Нет, не можем. Стенок тут нету, к сожалению, да? Угу.
Так, что я хотел? Нет, не то, я хотел грунтовую дорогу. А хотя зачем нам грунтовая дорога? Нам, в принципе, и не надо, да? Чтобы здесь бы такого установить бы, чтобы пустого места не было. Давай кустики установим. Блин, а почему я не могу просто... Ладно, нет так нет, будет у нас здесь хранилище. Да, будет у нас просто хранилище тогда. Мало ли, может. Так, защита провинции 5 из 9. У меня вот и все еще есть воины. Чтобы вы понимали. Для чего-то, для набега или для еще для чего-то. Карты закрыть. Хорошо, пусть тут будет форт стоит. По поводу... Угу. Ну, давай ускоримся. Так, ребят, давай так. Если сейчас вылетит игра, значит, в принципе, на этом мы с вами и закончим все это безобразие. Потому что реально не прикольно. Так, звездочка, звездочка. Поставил, поставил. Здесь тоже поставил, да? Я еще где-то... Ага, вот тут я хотел с вами... капусту просто выращивать. И сижу, думаю, что-то я еще не сделал, а я здесь хотел капусточку с вами просто выращивать. Так, хорошо, не туда. Посольство, ферма есть, отлично. Назначить и капуст там есть. Так, защита у нас форт есть. Хорошо, древо, смотрим. Что у нас тут выпечка? Закрыть, закрыть, закрыть. Купить, купить. Пекарня. Ага, пекарня никак не влияет, да? Тогда пекарню давай, наверное, установим вот сюда. Ветряную мельницу установим вот сюда. И когда оно построится, у нас будет хлебушек. И значит, наши дома должны будут улучшаться. Бля, лошадки катаются тут. Вообще шикарно. Камень 132. Блин, я бы, конечно, потратил бы на улучшение. Но... Хочу посольство в другой, я так ее, у другого игрока построить. Посмотреть, что оно будет. Давай, ускоряемся. Смотрим дальше. Так, торговый путь. Позволяет установить торговый путь в другой город. Выплавка золота. Так, песчаная шахта. Готова к исследованию. Тут свечный мастер. Ага, свечный мастер. Это... Да, берем. Создатель лекарства берем. Венеделия пока мест нет. Глубоководная, еб твою. Рыбалка. А тут будем изучать. Хорошо. Продуктивность. Закрыть. Закрыть, закрыть. Купить, купить, купить. Так. Торговля. Продать шерсть, да? Шерсти у нас много. Так, есть. Что нужно? Нам нужно... Куда-то книжки эти с вами отправить. Давай книгу вот сюда. Купить. Так. Что нам нужно? Вот так, да, куда-то установить мы можем тебя. Правильно понимаем? А что нам нужно здесь? Промысел тунца в море. Принять иммигранты. Уменьшает затраты. Закрыть. Да, давай посмотрим. Может даже куда-то поближе вот сюда. Как думаете? Сейчас, чтобы оно аккуратненько все было. Давай сюда. Теперь берем с вами грунтовую дорогу. Проводим раз, проводим два. Есть, отлично. Так, открытые очки улучшения. Используемые для улучшения зданий. Хорошо.
Хорошо, хорошо. Ай. Так, у нас даже забор с вами есть кустарь. Технология отопления. Угу, не могу. Собор. Давай посмотрим, что такое собор. Так, свечной мастер. Свечной мастер у нас будет с вами вот здесь. Рядом возле пасеки, правильно? Правильно. Так, оно опять вылетело. Так, ребят, все. Всем спасибо за просмотр. Ну, это полный бред. Сори, что так заканчиваю, но как-то так. Пойду поищу что-нибудь другое. Так что все. Всем мур-мур. Пока-пока.